24 марта Донецкая филармония приглашает совершить музыкальное путешествие во Францию. В романтической атмосфере аметистового зала прозвучит прекрасная музыка Люли, Косма, Дебюсси, Бизе, Леграна и других французских композиторов. Программу «А-ля Франсе» представят струнный ансамбль «Дива-квартет», Екатерина Малеванная – флейта, Анастасия Русанова – арфа и Олег Просвирин – баян. Подробности в кассе и на сайте филармонии.